Приветище! Это Тарк Риддл, и мы продолжаем путешествие по дому соседа, пока он нас не видит. В общем, в прошлой серии мы тут уже... Батареечка! Надо ее забрать. Она нам нужна по-любому. В прошлой серии мы уже обыскали весь дом, взломали все, что можно, ну, в смысле, как взломали, проникли. Чувствую себя каким-то маленьким проникашкой. Хотя, кого я обманываю? Есть еще пару закрытых дверей, куда я не проник. И нам следует с этим разобраться. Опаньки, бежим скорее. Ключик лежит на столе. Чертов стол! Блин, у меня яблок-то больше нет. Че, придется видосики смотреть? Эх, ладно, видос посмотрим. Ребята, давайте начнем строить. Давайте не начнем. В смысле, какой отчет? Я ролик посмотрел! Ты что делаешь, сосед? Совсем оборзел. Я ролик посмотрел, так он у меня еще и кинул на него. Абзац был. Ты теперь понимаешь, да, верх меркантильности этого соседа? Ну все, я его дом разворошу. Так, что у меня осталось? В принципе, у меня все при себе осталось, ничего я не выкинул, ничего не потерял. Пойдем на разборки. Дядя полицай, там такое было. Меня кинули на 30 яблок. И заставили рекламу посмотреть. Меня сейчас полицай мог за клевету посадить. 30 яблок, то у меня есть, прикинь. Короче, оказывается, мне дали за рекламу 30 яблок. Надо было всего лишь пальчиком тыкнуть на кнопку, купить 30... блин, купить жиську и все. Это фиаско, братан. Полное фиаско. Я бы сказал, феерическое днище. Если такое бывает. Перед тем, как сосед на нас обрушился со своим хохотом и хахотом и указательным пальцем, ненавижу, когда он на меня пальцем тыкает и ржет надо мной. В общем, я на столе заметил, что там был ключик. Мы сейчас... Опаньки. Я думал, тебя тут нету, а ты тут стоишь, сигналка. Можно тебя как-то ушатать? А пол вот так вот, хрыбыщ! Нет, нельзя. Тогда скинем со второго этажа. Прощай. Заперто. Заперто. Ну а с чего они тут будут открыты, если всегда все заперто было? Ладненько, почапали в дом к соседу. Он, кстати, дома. По мини-карте я запалил, он дома. Тусует там. О, замок. Вот, значит, как тут закрыто, на замок. А ключик у меня есть вот такой вот. Да, он открывает ворота, слушай. Ну, отлично, открывает золотой замок. Ну, это понятно. Перекусить что угодно, это ясно. Я, кстати, не знал, что можно почитать, дарить несколько секунд тишины и очаровательный узор. Все, я все прочитал, теперь я в курсе, что пукалка может замораживать, а ключик может открывать вот этот замочек. Как все отвалилось. Анимация просто верх эволюции игровой индустрии. Даже ключик к замочку не поднес, замок сам отвалился. Ну чё? Чё-то я застрял, Бордюры высокие. Либо я вниз врос. Значит, пойдем. Заглянем еще сюда. Возможно, золотой ключик. Хотя нет, тут карта нужна. Золотой ключик сюда не подойдет, да? Или подойдет? Это золотой замок? Нет, это какой-то бронзовый замок. А там серый ключ и батарейка. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Где найти золотой замок? Я так полагаю, что золотой замок, он... К нам сосед идет. По мини-карте палю его. Опа, стреляй в него, стреляй! Зачем ты кинул в него пукалку эту? Господи, боже мой, рукожопство вверх предела. А толстые пальцы, боль мобильного задрота. Он опять снова тычил на меня указательным пальцем и угорал надо мной. На самом деле, я бы тоже поржал над собой, потому что, ну, у тебя в руке пистолет заряженный, тебе курок нажать, а ты этот заряженный пистолет кидаешь ему в грудину. Это как перчатку бросить на пол, пукнуть в лужу, я не знаю. Ну, это вверх. Ладно, все, проехали. Пойдем, попробуем обдурить соседа. Не буду. Спокуха, сосед, да что ты творишь? Не поворачивайся, я хочу на стелсе пробежать. Вот засранец, он меня чувствует. У него третий глаз на попце где-то нарисован. Магический. И он меня палит. Этим третьим глазом. О, сваливай, давай. Давай, тусуйся где-нибудь там за пределами своего дома, а я потусю у тебя в доме. Зачем я сюда опять иду? На кой черт? А, за батарейкой, наверное, да? Вон, батарейка лежит. Батареечный какой-то маньяк. Да забери ты батарейку в прыжке, тебе что, даже прыгать не надо, у меня просто длинные руки. Я же супер-хиро.
Ну что? Что это за звук был? Что-то... Сосед, хватит там воротами играться. Ворота детям не игрушки. Кстати, насчет тебя, Лом, а что ты тут забыл? Я ж тебя за двором, на заднем дворе точнее, оставлял. Ха, может быть, после того, как меня поймали, все вещи откатились обратно? О, подожди, вот ключик. Давай-ка заберем. И чё, откуда ты? Чего ты? Почитаем. Открывает ворота соседа. Не, подожди. Это он меня в прошлый раз поймал и ключ отобрал. Скотинка. О, и ловушка на месте. Кстати, ты видишь, да, ключ у тебя прямо перед глазами мелькает. Ты же на него сейчас смотрел. Я тоже на него смотрел. Но вот чё я его не подбираю, кто ж его знает. Этот ключ на самом деле особенный. Вначале надо поделать всякую ерундовину, а вот теперь его идти и брать. Вот. Ну чё, пойдем, откроем наш сейф с бронзовым замком. Заберем батареечку и серебряный ключ. Или серый ключ, кому как угодно. Медная борода. 500 хп. XP. Хп. Ключ. Ты мне пригодишься? Я даже знаю, чего ты. Пожалуй, мы тобой даже разобьем сейчас окно. Или нет? Ключ карты давай разобрем. Разобрем. Да, сосед впалил нас. Но мы сваливаем, как настоящие спецназовцы, и поднимаемся на второй этаж. Кстати, сосед нас больше не ищет. И сигналка тут снова. Все откатилось после того, как меня поймали. И это нехорошо. Вообще нехорошо. Ну что, ключик, открывай. Открывай этот замочек. Новое достижение, серебряный страж. Еще и пятый уровень. Пятый уровень проникашки. Букашки. Проникашка-букашка. О, ну и чудно. Все, я проник. Это что, библиотека, что ли? У соседа есть библиотека. Я думал, он вообще книжки не читает. Ну, хотя как библиотека? Тут полки все пустые. Я думаю, что тут толковые словари лежат. И, кстати, его найти даже. Сосед, хватит, не шуми. Я в библиотеке. Здесь закрыто. А здесь закрыто. Так вот. Тут, видишь, у него синие, зеленые книжки прям. А, это ключик мой. Вот, это, короче, томы. Томы, книжные томы. Том. Это не Том и Джерри, это книжные томы. То есть коллекция определенных книг. Рассказов, историй, и, там, романов и еще что-нибудь. То есть, ну, в принципе... Давай посмотрим, что делать дальше. Открой золотой замок. О, отличное задание. О, по мере выполнения задания они расшифровываются из инопланетного. Видишь? Откройте золотой замок. А где ж его искать-то? Насчет книг опять. Книг и томов. Возможно, тут есть потайной рычажок, знаешь, в книгах. Ну, поскольку книг тут мало, я думаю, что по-любому есть какой-то рычажок. Может быть, стоит в книжку попасть чем-то, я не знаю. Кто ж их знает? Что там у соседа в мозгах было? Короче, я думаю, что вот эта зеленая книжка может быть рычагом. А, ну да, я же еще косорылый пацан. Попади, попробуй по этой книжке зеленой. Хотя тут расстояние-то на вытянутой руки. Да. Походу, это надолго. Это клиника вообще. Надо пойти в клинику и попросить, чтобы мне перешили руки. А то они растут из жопного пространства. На самом деле, я играю без прицела. И я его специально убрал для видео, и поэтому сложно метиться. Рассчитываю только на свою чуйку и интуицию. Ну... И, как ты понимаешь, их у меня тоже нет. И чуйки, и интуиции. Ну, ладно. Ладно, ладно. Люстра. Ну, в тебя-то вообще попасть как нефиг. Это... феорическое днище. Меня эта библиотека уже начинает бесить. Я не знаю, для чего она здесь? Зачем библиотека? Тут наверняка что-то есть. Я просто не могу допедрить, что... Мое серое вещество... Вот это книжка или... Как... А, да, это книжка. Я думал, шкатулка какая-то. Ну не может быть, что тут ничего нет. Я вижу комнату через щель. Хм. Ладно, пойдем поднимемся на третий этаж. И сделаем глупость. Я хочу выпрыгнуть из окна. И спуститься. Вот, да, можно на второй этаж спуститься тут. Вот оно что, возьмем сейчас коробочку и расфигачим ей. Так, там дядя полицей ходит, надо быть аккуратным. А то он у нас впалит за разбитое окно и потом посадит. Все четко сработано, сосед даже не запалил. Полицей подавно.
Золотой замочек, смотри. Да их несколько штук здесь. Давай, открывай все. Новое достижение. Золотое сердце. Так, так, так. А здесь у нас что? Отпирайся. Как мне нравится отпирать замки. Все это двигать. Бластер! Штопанные мои носки. Я же тогда пукалку потерял, но зато у меня теперь есть бластер. Электроник называется. Он, короче, стреляет электрическими разрядами. Ой, звуки какие-то страшные. Электрическими разрядами, и в того, у кого этот разряд попадает, он как электрошок долбит. Открываем замочек и выходим в библиотеку. Осталась последняя дверь. Я полагаю, что ее открыть можно таким же макаром, как и эту комнату. Нужно подняться на третий этаж и спуститься на второй. Как спецназовец. Пойдем проверим. Проверим нашу теорию. Батарейку... Куда ты ее выкинул? Вот ты умник, конечно, батарейки раскидывать. У тебя бластер там крутой навороченный есть на батарейках, а ты батарейки раскидываешь. А, тут решетки стоят. Это какая-то учебная комната, что ли, или что? Там солнце, что ли, у него? Он солнце стырил. Негодяй какой. А, поэтому... День, хотел сказать. Поэтому ночь постоянно на дворе. Дня же тут нету, да? Вон звезды там на небе, все дела. У меня для тебя кое-что есть, дядя полицай. Что будет, если тебя сейчас шмальну электрошоком? Блин, красная лампочка говорит, что-то не заряжается. О, и зеленая, все зарядилось. Итак, подойдем поближе, чтобы наверняка попасть. Враг парализован на 10 секунд. О, ё-моё, его колбасит. А он меня не побежит потом лупасить? По моей жопке маленькой. Ой, мама, мама! Надо к соседу бежать. Сосед, спаси меня, полиция ловит. А, все? Смотри-ка, полицейский на территорию соседа не заходит, а сосед на территорию полицейского не заходит. Вон оно что. Да чтоб тебя, а. 30 яблок-то у меня есть, но что-то я не хочу их тратить. Надеюсь, что пукалку он у меня не заберет. Эх, мы снова дома откатились ко двору. Ну что, пукалка на месте, здорово. Все есть, все при мне. Можешь что-нибудь оставить в сундуке? А, хотя, как я оставлю? У меня же нет сундукового пространства. Да, я его не купил. Его ж надо покупать. 130 рублей. Вот, точнее, 139 рублей. Ну нет, спасибо. Ну чё, я думаю, что надо закругляться. А это что за кнопочка? Дневные задания еще есть. Круто. В общем, если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк и подписываться на канал, если ты еще не подписан. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем ролике.